Вы готовы увидеть сегодняшнее представление? Показал тебе парочку огненных фокусов. Я сейчас эту монету загоню через этот стакан на это блюдечко. И там... Привет! Да ничего, вот смотрю на нашем канале, сижу в нашем видосике, смотрю. Папе сейчас привезут такие фокусиков, видео. Они такие классные фокусы показывают. Ты тоже так умеешь. Гордёж, боюсь тебе сказать, что фокусы показывать я не умею. Папа, хотя бы взять маленький, покажи. Один маленький. Ну ладно, смотри. Фокус! Его все давно видели! Сынок, ну, к сожалению, больше я ничего не... Эх, а я так хотел фокус! Ну вот, Гордюша расстроился. Чё же такое за отец, если не могу ребенку фокус показать? Так, интернетик, ну-ка давай, научи меня! Так, фокусы. Во, отлично, это подойдет. Так, огненные фокусы, да. Фокусы с левитацией. И карты, да, я думаю, это произведет на него впечатление. Ну хорошо, давай. Гордюша. Пап, что такое? Помнишь, ты ко мне приходил и просил, чтобы я показал тебе фокус? Mm. Я кое-чему научился. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Ну, заходи. Скажи мне, сынок, ты готов увидеть представление? Да! Тогда проходи на свой стульчик и присаживайся. Погнали, маэстро! Добрый вечер, уважаемая публика! Вы готовы увидеть сегодняшнее представление? Тогда начнем! Давай! Начнем, пожалуй. Та-дам! Раз, два, три! Итак, мой дорогой друг, как ты смотришь на то, чтобы я показал тебе парочку огненных фокусов? Ну, скажи мне, мой дорогой друг, я хотя бы немножко произвел уже на тебя впечатление? Угу. Может быть, я оставлю тебе свою визиточку, и ты мне перезвонишь, если я тебе нужен еще буду? Да! Так, моя визиточка была у меня в бумажнике. Сейчас я посмотрю. Прости меня, пожалуйста, я такой неловкий. Вот, пожалуйста, возьми мою визиточку. На любые корпоративы, праздники, мероприятия. Зови. Алло. Мой дорогой друг, пожалуйста, помоги мне. Задуй свечечку и забери ее. Она нам больше не пригодится. Итак, мой дорогой друг, продолжаем наш сегодняшний вечер фокусов. Смотри, что у меня есть. Посмотри, пожалуйста, посмотри. Обычный кубик, мой дорогой друг. Смотри внимательно. Обычный кубик. Опа! А теперь их много кубиков. Вот так бывает, вот так бывает. Теперь посмотри. Никакой магии, абсолютно.
Никакой магии, живые кубики. Ну, может быть, магии было немножко, когда я делал этот фокус, но кубики-то настоящие. Да? Да. Мой дорогой друг, ты готов к продолжению? Да. Итак, смотри, что я достаю из кармашка. Опа! Что это такое? Обычный какой-то спик. Это обычный платочек. Сейчас смотри, что я делаю. Я его беру и засовываю его в кулачок. Раз, два, три, четыре, пять. Смотри на кулак. Смотри на кулак. Подходи ближе, мой дорогой друг, и смотри на кулак. Дуй! Магия! Ты как это сделал бы? Итак, продолжаем наш вечер фокусов. Итак, мой дорогой друг, мне потребуется твоя помощь, чтобы ты убедился, что здесь нет никаких магических предметов. Обычное блюдечко, обычный стаканчик и обычные две монетки. Пожалуйста, подходи и убедись в этом сам. Обычный стакан. Монетки проверяем. Нормально? Да. Проверяем монетки. А теперь приступаем к фокусу. Смотри, мой дорогой друг. Я беру эти две монетки. И что я делаю? Одну монетку я отдаю тебе. Номиналом 2 рубля. Пусть она будет у тебя. А вторую монетку я кладу в эту тарелочку. Готов? Положили. Теперь смотри, что я делаю. Я кладу... Отходи подальше. Отходи. 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 Я кладу стаканчик на это блюдечко. А ты мне даешь эту монетку вторую, которая у тебя упала. Давай. И смотри за руками. Смотри. Я сейчас эту монетку загоню через этот стакан на это блюдечко. И там окажется две монетки. Ты готов? Да. Увидеть магию? Раз, два, три! А как ты это сделал? Магия! Скажи мне, мой дорогой друг, тебе нравится карта? Да. И тебе нравятся фокусы, я угадал? А фокусы с картами тебе нравятся еще больше! Ты просто их еще не видел. Гордей, смотри сюда. Смотри внимательно. Так, мой дорогой друг, выбирай любую карту, вытаскивай и переворачивай, чтобы я ее не видел. Покажи на камеру эту карту, пожалуйста. Я могу повернуться? Нет. Теперь я могу повернуться? Нет. Теперь я могу повернуться? Да. Эта карта. Или это? Это. Эта карта. Я не смотрю ее. Все. Я собираю. Эту карту я тоже убираю. Все. Отходи. Я не смотрю эту карту. Я кладу ее в колоду. Я сейчас буду тасовать эту колоду. Я хорошенечко перемешиваю. Ты видишь, да? Да. Смотри. Я не знаю, какая карта там находится. Смотри. Тебя зовут? Гордей. Это 6 букв. Сейчас я положу сюда 6 карт. 2 раза по 3. Смотри внимательно. Раз, два, три. Раз, два, три. Эта колода нам не нужна. Здесь нет твоей карты. Теперь я буду убирать одну карту на последнюю букву твоего имени. Ты готов? Да! Итак, Гордей. 6 букв. Поехали. Г, О, Р, Д, Е,
И краткое. Убрали. Это мое любимое. Г, О, Р, Г, Е, И. Убрали. Г, О, Р, Д, Е, И. Убрали. Г, О, Р, Д, Е, И. Убрали. Остается всего лишь две карты. Какая твоя? Г, О, Р, Д, Е, И. Убрали. И твоя карта? Шесть червей. Да. Она была? Да. Магия. А теперь смотри. Ты знаешь, что это такое? Да. Что? Волшебная палочка. А кому принадлежала эта волшебная палочка? Мне. Нет, не тебе. Она принадлежала волшебнику, имя которого нельзя произносить вслух. И сейчас я покажу всю мощь этой палочки тебе. Приколись и обратись! И не обратно. Приколись и отменись. Вот так лучше. Ну-ка, дай я попробую. Ха, ну на, попробуй. Приколись и обратись. Отменяй, отменяй. Отменись. Ну, вот уже лучше. Ну что, Гордюш, тебе понравились сегодняшние фокусы? Да. Я надеюсь, я тебя не разочаровал, и ты был доволен. Да. Ну чего, что ты хочешь, чтобы я сделал в следующий раз? Короче, цирка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. У нас будут скоро новые ролики. Я всех люблю и всем пока.